В регионе продолжаются съемки юбилейного 200-го выпуска передачи «Поедем, поедим». Сегодня Джон Уоррен побывал в Задонском мужском монастыре, а после в усадьбе Скорняково-Архангельской, где сняли ключевой момент программы, как готовят блюда местной кухни. Выпуск, эфир которого планируют на 10 сентября, будет уникальным не только красивым числом. Впервые готовили сладкое блюдо, ведь праздник принято отмечать чаепитие. В меню целых два десерта. Первый липецкой аутентичной кухни Джон выпекал под чутким руководством главного реконструктора области Павла Семенова. Второму классическому английскому пудингу, наоборот, учил липчан. Напомним, что в нашей области Джон Уоррен и съемочная группа «Поедем, поедим» уже второй раз. Телеведущий уверен, этот выпуск будет очень интересным. Когда мы были в Ельце, это была третья передача вообще нашей истории, поэтому 197 передач позже мы опять здесь, но мы как бы в столице области, поэтому мне кажется, что и у нас 42 минуты эфира, когда мы были в Ельце, было всего 26, поэтому это значит, что мы можем больше показывать. И ребята реально готовились, готовили для меня очень интересный график.